Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить героев 2. Сегодня мы продолжим кампанию. Так, ладно, возьмем варвара, так как он будет быстро ходить по пустыне, а драконий город находится в пустыне. Что там у нас? 18 огров, это уже плюс. Так. А вот тут лучше всего... Ой, блин, я начал новую кампанию. На самом деле, я хочу, чтобы баллистика вы... Ну, я выбил баллистику своему герою. Еще круче. Ладно, я сейчас буду выбью себе хорошего героя, а потом уже продолжим. Ладно, я не выбил такие герои с баллистикой, но хотя бы с лидеркой. Это уже плюс, оры будут дальше ходить. Так, затем берем героя еще одного. Так, разведываем. Дальше строим статую, чтобы было больше денег. Так, опять обошел сучина. О, баллистика. Баллистика нужна, кстати. А теперь я пойду за ограми. Так, не надо. Затем стик-хат возьмем. Ну, какой-то... Ну, короче, хату орков. Ну, вы поняли. Там орки, короче, живут. И мы сможем их для отвлекающего маневра приобрести. Так, ладно. Ладно. Я тут по пути вижу еще кусочки руды. Он нам... Оно нам поможет, чтобы отстроить мост троллей. Но это уже для защиты. Тут-то танкующая сила будут огры. Так, приобретаем еще огров. И еще сейчас приобретем. Так, затем строим нору. Ну, то есть... Вот эту пещеру волчью. Так. Берем, посещаем штуку с ограми и прокачиваем баллистику, так как стрелками мы не будем больно пользоваться. Затем мы сейчас захватим руду, рудную шахту. И будем копить на мост. Но для... Ну, а под... Ну, а сейчас построим вот эту... Колодец. 10 руды подбираем. Неплохо. Серу. Правда, я бы рекомендовал через гномов. Давайте так и сделаем. Хотя, если вы хотите побыстрее, и потеря войск для вас незначна, то пробивайтесь как хотите, так сказать. Ну, не знаю, гильдия магов варвару не понадобится. Ладно, продолжаем, короче, копить на мост. Так, атлас идет. Брать вот этот гномов. Кстати, если наверх сходить, где-то тут тоже есть огры, поэтому... Не забывайте, туда тоже стоит сходить. Строим мост троллей, и мне кажется, что прокачка города можно считать завершенной, да. Так, ладно, пробиваемся через големов, чтобы подобрать себе сундучок. Логистику возьмем.
Ну а теперь продолжим также через мумий. Мумии разбегаются. Правильно делают. Все-таки огров слишком много. Сколько их там? 79 штук. Конечно, испугаются. Ладно, строим как свалку. Свалку, так сказать, чтобы мы смогли. О. Блин, надо было после того, как захватили замок, это посещать. Но мне кажется, что это не очень главное. Так. Естественно, огров ослепляют. Но он... Так. Сколько твоя слепота будет действовать? Вот мне интересно. Ну все, тут мы слили уже орков. Так. Так. Сколько у тебя там остается? А, все, ты не сможешь на нас сложить ослепление. Так, 140. Ладно, ударим. Хотя бы одного снесем. Главное не потерять огров. Так, минус один. Все, парочку огров потеряли. Главное тут не терять огров. Так, возьмем поиск пути. Так, покупаем книжку, смотрим, получим вот эти заклинания или нет. Мы получим вот эти первых двух этажей. А это там надо прокачать мудрость. Это продвинутая, вот наверху самая экспертная, поэтому вот такая вот штукенция. Так, ладно. Посмотрим, как будут шевелиться. О, привет. Ари, Ари. Он захватит наш замок, а я этого не очень хочу, поэтому давайте нападем на него. Вот тут огры рулят. Так. Блин, что за тупость? Извиняюсь за мой французский, но это нельзя. Зачем он кидает ослепление, если он в итоге... Хотя, ладно, я знаю, зачем это я сейчас прикольнулся. Затем подбираем руду. И продвигаемся вниз к огрецам. Так, ну рынок не очень. Давайте хотя бы ров соорудим. Собственно, орки тут будут ходить быстрее. То есть мы раньше сможем завершить атаку. Блин, завершить атаку. От защищаться, я имею в виду. И там опять какой-то герой выскакивает. О, я вижу много лордов огров. Так, ладно. Вот такие вот планы. Сейчас вы поймете. Только надо орков скинуть, чтобы мне не замедляли вот эту скорость, так сказать. Так. Пускай тут... О! Напомню, почему они к нам присоединяются. Мы просто уничтожили гномов. Да, тут, конечно, много всяких
Уагров под 82 штуки. 104 огра. Так, теперь передаем нашему атласу. Так, далее. Кстати, была такая ш... Ой. Вот блин. Проблемка. Надо было побыстрее брать тех огров. Теперь что мне делать? Так, у нас есть Джоджош. Тут нет гильдии магов, поэтому бессмысленно брать чернокнижника, а тот хотя бы повысит атаку нашим троллям, а их тут 13 штук. Вот. Хоть как-то. Один это уже мощно, я вам скажу, и я уже готовлюсь нападать. Нет, надо сперва вынести желтого. Так, оранжевый покинул эти земли, так как мы лишили его замка. Рейнджеры тоже сбегают. Ну и вот такая вот штука получается. Да, мне кажется, что он будет сейчас на нас нападать. И эта атака будет не очень-таки приятной. Поэтому я бы посоветовал... Я самому себе советую, блин. Ладно, неважно. 16. 42. 19. Кстати, зря... В третьих героях убрали квартиру капитана. Было бы неплохая штука. Так, 42, 16, 19. Давайте еще 16 игроков купим. И волков. И гоблинов. Под 17 штук. Все. Защита готова. Они сейчас по... Этот герой сейчас пойдет бежать на свой замок. Так, ну, проклятие накладывает, это уже получше. О! Прорубали ход сразу, а ну-ка. А ну-ка. Сейчас мы разбомбим быстро. Но тут, увы, придется подставить. О! Так, сколько? 12 королей минотавров. Ну, еще с остальной кожей, но меня как-то это не волнует. Так, все. 9 охров теряем, но получаем замок. Получаем еще удачу. Смотрим заклинания какие-нибудь. Так. Так, сейчас. Собственно, вот почему-то они зависли. Так. Я не хочу, чтобы он добрался до моего замка. О, стоп, если мы хотим обороняться, то надо возводить башни. Это логично. Но он на нас все равно нападает и уничтожает одной магией. Только я не понимаю, почему у нас во врагах чернокнижник. Так, продолжаем.
прокачиваем стрелков, то есть, блин, прокачиваем, покупаем новых, точнее, нанимаем, ну ок. Лот. Ладно. А ну-ка. Куда пошел? Ну что, здравствуй, желтый. У нас тоже есть заклинание. Давайте поставим каменную кожу. Так, благословление теперь. Проклятие. А теперь благословление кидаем на наших огров. Бьем гидр и добиваем. Все. Ну а теперь вниз идем. Джордж идет, ну, точнее продвигается вниз. Сейчас желтый придет, а мы уже тут подготовленные сидим. Садимся в замок. Блин, я сюда иду только ради того, чтобы взять побольше огров. Но тут враг уже, наверное, уже успел взять огров. Ну да, успел. Так как огры тут должны были стоять. Ладненько. Тогда прямиком уже выдвигаемся в пустыню. Ну давайте вот сюда. Хотя тут есть два пути. Пойти к драконам. 168 драконов. Это, то есть. Огров. Блин, я извиняюсь, что я так говорю. Но у нас, короче, 168 лордов огров. Вот, все. Вы что, сделайте. Вы что, 10 драконов что-то сможете сделать? Ну, уже далеко не 10, а 8. Все, 6. Кстати, он своих ударил, правда, ничего не нанес. Минус. А, там было 9. Я просто последний за 2 дракона принял. Но, ок, все равно продолжим. Тут тролли, драконы. А вот, собственно, и драконий город. И на пути к нему стоят черные драконы. Собственно, миссия простая. Копим как можно больше огров. Но я не знаю, и то мне не очень сейчас понадобится, так как мы штурмуем драконий город. Все, 20 минут и все. И все, и можно всех победить. Но если бы я просто накопил огров, то мы бы еще сценарий быстрее прошли. Все, минус драконы. И все. Чё-то ролик остановился, ну ладно. Ну, а сценарий мы уже продолжим уже в следующем видео. Ну и я говорю всем пока и удачи.